В их полку снова прибыло. Люди с Теледи, активные, успешные и позитивные, не перестают удивлять своими идеями и безмерным желанием творить. Программа Beauty Time обещала следить за развитием событий, а потому зафиксировала последнюю вечеринку уходящего лета. Итак, самое интересное в нашем видеоотчете. Этой пати можно смело присвоить статус «В здоровом теле – здоровый дух». Такого числа конкурсантов номинации «Диспорт» активные и позитивные еще не видели. В числе претендентов на титул самого спортивного дипипла и девушка, расправляющаяся с хулиганом, и создатели взрывной пародии на клип «Satisfaction». Думали, чтобы придумать, и наконец придумали. Я вспомнил клип Satisfaction Бенни Бенасси, и мы решили войти в этот образ. Вот просто круто, прям так. Охота было бы там еще бы, но, к сожалению, времени было мало. Свою премию получили не только сильные мира сего, хоть и в меньшинстве, но заявили о себе хендмейдеры, певцы и диджеи. А для самых преданных участников, нашедших свое место не в одной номинации, премии The People становятся особенно желанными. Я уже и так финалист в феврале месяце в номинации The Music. Вот, решил попробовать себя, так как я давно-давно занимался карате, еще в номинации The Sport. Еще, чтобы номинироваться в номинацию The Style или The Toys, я учусь вязать. Да, вот меня уже научат вязать, то есть крестиком, там, ноликом и так далее. А пока закоренелые дипиплы учатся вышивать крестиком, самые активные болельщики продолжают участвовать в конкурсах и получать подарки от DFM. Сегодня вообще совершилось событие нереальное. У нас огромное количество было участников номинации «Диспорт». Ну и второе новшество, это, я думаю, что будет иметь продолжение, это Настенька. Вот, ну и вот буквально на следующей неделе, я думаю, что в понедельник, а может даже и завтра, как договоримся, Настя будет вести со мной дневную Дилайлу, потому что она показала сегодня себя на вечеринке, как самая ярая болельщица вот, за участников конкурса «The People». Номинация «Диспорт» так и не смогла определить своего победителя, поэтому в финал вышли все ее участники. Позитива и драйва уже на этой вечеринке оказалось более чем достаточно, а потому финал обещает быть особенно жарким.